Всем привет, я продолжаю слушать 10-й раунд, и теперь я буду слушать Нервного, а он еще и фонетик, «Мир после меня». А я уже послушала, как его там правильно называется? Рамироса, да, и поставила ему 10 баллов. 10 баллов – это будет эталон, мне все в нем понравилось, но вдруг кто-то споет, прочитает лучше, чем он из остальных, поэтому… А вот 10 – это эталон. А теперь я буду оценивать по Рамиросу всех остальных. И, соответственно, ну, потом мы узнаем, кто для меня оказался победителем. Итак, Нервный. Он мне тоже понравился. Но я его, конечно, плохо помню. Ну, давайте узнаем. Вспомним снова. Вот все закончилось, улеглось, и стало неважно вдруг ни золото, бронза, ни серебро. А ты говоришь, их надо было забрать все. Но ведь жизнь не без этого праздник, поэтому надо ли брази? Я растворяю все помыслы, взять их нет, не торможу, но вырубаю азотную закись. Как-то бесшумно черный песок, тихо тронули волны. Вместо потопа оставлю здесь лишь стихотворные формы. И сколько вместе нажили, помню, строк в них были с тобой реальными или персонажами Warner Bros. Все, что было дороже, из-под шины летевший гравий, либо же финишный флажок, что останавливает это ралли. Что будет дальше в этом мире после меня, с которым мы тлеем постепенно, бывало запутавшись в его степенях. Старый, не гони, ай, да не говори, пускай горит мир. Этот усталый механизм уже не работает по алгоритмам. Помни, хочешь убить врага легко, каждый из нас как киллер. Но благодарностью переплавит боль любую лесна с алхимией. Тут кто-то ко дну, я пока похожу по земле. Родная, я и тебя не обманул, дарю, лови еще куплет. Мир после меня красив, а ты хоть и бойся, но совершай прыжок. А я молю небо мелом в этом море меня раскрошить. Я в нем больше не отражен. Чё после меня? А нет, уже после меня войны. Тишиной стал весь этот недавний шум. Я пристально взгляну, но в этом озере не вижу глубины. Я в нем больше не отражусь. Брось меня в пламя, если подобен стану тому, кому двойственность памяти дарит несколько копий в виде коллекции ссылок на миллион вариантов писем. В них лишь способы, чтобы забыть, что любовь — это мир, а ненависть — это мизер. My misery. Наступит день, и уже не увижу ни заката, ни зари. Ну а пока ты назови мне доводы в пользу этих огней собой. Мы ради чего мы оставляем буреломы за собой. Мир после нас будет крутиться так же, как и прежде. И этот принцип вечен и проверен, да нет смысла в тестах. Но если решил, что есть лишь ты, это тревожный признак. Я эти холсты дарю всем павшим жертвой солипсизма. И снизу подписываю фразу лишь my love forever. Бумагу прячу от дождя, сам прячусь от грозы. Пусть временами работал кистью, может и как-то неумело, но все эти картины тебе я написал с души. Мир после меня красив, а ты хоть и бойся, но совершай прыжок. А я молю небо мелом в этом море меня раскрошить. Я в нем больше не отражен. Чё после меня? А нет, уже после меня войны. Тишиной стал весь этот недавний шум. Я пристально взгляну, но в этом озере не вижу глубины. Я в нем больше не отражусь. Меня красив, а ты хоть и бойся, но совершай прыжок. А я молю небо мелом в этом море меня раскрошить. Я в нем больше не отражен. Чё после меня? А нет, уже после меня войны. Тишиной стал весь этот недавний шум. Я пристально взгляну, но в этом озере не вижу глубины. Я в нем больше не отражусь. Вот и подумаешь, чё, как тяжело оценивать вообще, когда все на уровне. Они уже настолько все сильные между собой, ну, не знаю, как дальше, просто, но вот как бы по смыслу там Рамирес говорил, что после меня уже ничего, а тут после него уже мир прекрасен. Вот, то есть как бы тут по смыслу может быть как бы смысл немножко другой. А по музыке мне вроде тут тоже больше понравилось. Хотя, с другой стороны, вот эти его петушиные нотки иногда... Петушиные. Ну, как-то, извиняюсь за выражение. Ну, как-то он там иногда это пищал. Они меня больше раздражали. Вот. Мне почему-то кажется, что все-таки у Рамироса было чуть-чуть поглубже, чем у вот этого фонетика, который нервный. Он был, видимо, сильно нервный, он очень много нервничал. Поэтому, ну, вот прям вот на чуть-чуть. Поэтому я, наверное, бы
Нервному поставила 9,5, Рамирес все-таки, мне кажется, был поглубже. Хотя у этого тоже было очень много плюсов. Вот тяжело, понимаете? Ну, 9, наверное, 9,5 несерьезно, да? 9,5 недели был такой фильм. Хороший, замечательный фильм. Кто не смотрел, посмотрите. Ты не смотрел, Максим? Очень эротический фильм. Вот, 9 баллов ему поставлю, потому что 10 Рамиресу. Всем пока.